Лисана Уэнту, Тейвин Рамадан Карим. Сегодня я вам расскажу о так называемой Шанта Рамадан, или это может быть Бокс Рамадан, набор продуктов, которые потребляются каждый день и которые желательно, осмотревшись вокруг и найдя людей, которые нуждаются, вот им такой бокс презентовать. Итак, мы осмотрелись, мы определились с тем количеством людей, которые получат от нас в этом году вот такие боксы Рамадан. И сейчас я расскажу о том, что внутри этой коробки. Я, если честно, сама еще не видела, я только читала в списке описаний в магазине, когда мы вот приобретали вот эту коробочку. И сейчас вместе с вами мы ее откроем для того, чтобы узнать, что в этом году ребята от нас получат. Можно этот бокс покупать не готовый, можно самим собрать набор необходимых продуктов, если у вас есть определенные пожелания к нему, такие, например, как традиционные египетские сладости. Не всегда, и точнее сказать, редко когда они присутствуют в таких стандартных наборах. Вот. Но сегодня решили ограничиться набором стандартным. Итак, посмотрите, все очень красиво уложено, аккуратно. И вот сейчас посмотрим вместе с вами, что же нам здесь уготовлено. Итак, макароны. Такие макароны обычно готовят египтяне с томатной пастой или же добавляют их в суп. Вот, две целых пачки таких макарон. Так, а это у нас что такое? Что же это у нас такое? Это масло, ребята, это масло сливочное для жарки. Вот так оно красиво упаковано. Очень приятно даже вот держать в руках. Я сначала не поняла, честно говоря, по весу, что это. Подумала, что это сахарная пудра. Но сахарной пудры, конечно же, быть не может. Вот, поэтому, да, это масло. Чай. Обычный такой порошковый чай, который обычно заваривают в чайниках, долго его кипятят, и получается так называемый чай-барат. Это традиционный египетский напиток, очень крепкий, в него добавляют много сахара, и он бодрит и наполняет жизненной энергией. Масло. Обычное растительное масло, на котором жарят. Ну, я думаю, что не нужно рассказывать, что такое масло. А что у нас здесь еще? У нас здесь сушеные финики. Вот мы, кстати, допустили большую, ну, небольшую ошибку, но ошибку, так как мы приобрели эти финики дополнительно, так как не знали, что они войдут, не посмотрели внимательно, что они войдут в вот наш бокс Рамадан, и взяли их дополнительно к каждому набору. Но вот вы знаете, наши финики, которые мы взяли, они будут, наверное, получше вот этих, потому что эти мелкие и какие-то вот малоаппетитные на вид, ну, по сравнению вот с этими финиками, их продают на разрез. Вот мы набрали каждому боксу по отдельным пакетикам. Вот посмотрите, как они выглядят. Ну, ничего страшного, знаете, лучше больше, чем меньше. Итак, что у нас? Тут еще макароны, то есть итого три пачки макарон. Сахар. Целый пакет белого хорошего сахара. Я думаю, что его можно будет добавлять вот к этому чаю. Ну и, конечно же, рис. Какой египтянин без риса? Да никакой. Все ребята египтяне любят рис, по-разному его готовят и с удовольствием употребляют в пищу. Вот такой у нас в этом году набор, такая у нас шанта. Шанта в переводе с арабского — это сумка или коробочка, бокс Рамадан. Я думаю, что это людям поможет и понравится.